Сегодня 11 октября 2023 года, примерно в 10:30 утра, на станции Печатники Люблинско-Дмитровской линии произошло ЧП с участием двух составов. В хвост находящегося на станции поезда модели 81717-714 номерной врезался двигающийся без пассажиров со стороны станции Волжская поезд модели 81720-721 Яуза. Пострадало 5 человек, включая машиниста поезда Яуза. На место аварии были вызваны бригады скорой помощи и пожарные. На станции началось задымление и началась эвакуация пассажиров. Было прекращено движение поездов между станциями Дубровка и Люблино. Они стали временными конечными. Станции Кожуховская, Печатники и Волжская временно закрылись. На поверхности было оперативно организовано 59 компенсационных маршрутов автобусов. Как сообщает телеграм-канал Дептранса, причиной аварии стала ошибка машиниста. Им было принято необдуманное решение отключить систему автоматического регулирования скорости, АРС. На данный момент движение по Люблинско-Дмитровской линии восстановлено. Немного уйдем в прошлое. Поезда серии 81720-721 Яуза были отстранены от эксплуатации в 2019 году после ЧП в тупике за станцией Каширская, тогда еще Каховской линии. Тогда в одном из составов отказали тормоза, и он столкнулся с другой Яузой. После этого случая было принято решение о полном прекращении регулярной эксплуатации данных составов с пассажирами. После этого Яузу с пассажирами можно было увидеть разве что на параде поездов на кольцевой линии. Последний такой парад с участием Яузы прошел в 2021 году. В этом и прошлом году парады проводились уже без нее. И если в последние годы была еще хоть какая-то надежда увидеть этот вид подвижного состава на линии, то после сегодняшнего случая шансов на это уже просто нет.